Одновременно 14 мая энергетики высаживают деревья у госпиталя для ветеранов, подстанции Советской, у административного здания Брянскэнерго. Закладка аллеи энергетиков состоялась и у подстанции Почепская. Молодые саженцы – это своеобразный символ высокой экологичности современной энергетики. К слову, именно в Почепском районе находится одно из самых крупных хранилищ химического оружия всей России. Как раз для его ликвидации и реконструировали недавно открывшуюся подстанцию Почепская. Вдвойне символично, что аллею энергетиков закладывают люди, которые в новогодние праздничные дни выехали в Москву помогать коллегам бороться с непогодой. Нам пришлось вырубить сотни, тысячи деревьев. Не потому, что нам этого хотелось, потому что это была не такая неизбежная работа. И поэтому для того, чтобы как бы восполнить урон природе, холдинг проводит вот такую акцию по территории всей России, в том числе и мы участвуем в этой акции. Значимое для энергетиков событие происходит как раз во время акции «Озелени свой город», проводимой в рамках Национального дня посадки леса. 14 мая в 11 регионах страны больше 4000 сотрудников ОАО МРСК-центра высаживают несколько десятков видов деревьев и кустарников. Я думаю, что мы еще будем дальше развивать эту работу, потому что одно дело посадить, теперь нужно за этим ухаживать. И мы будем высаживать деревья и на других наших объектах. Акция лишний раз подтверждает, что энергетики приумножают не только энергетическую мощь страны, но и природное богатство России. Татьяна Глазова, Александр Друсинов. События. Почепский район.